Интересно, его не разломают при выстреле? Не должно.
Всем привет! Сейчас попробуем стрелять этот гранатомет, но для начала обсудим некоторые особенности. В первую очередь необходимо уточнить, что это переработка подствольника под газовые шеллы 12 калибра с некоторыми улучшениями и изменениями. Соответственно, этот граник можно использовать как пистолет, как модуль подствольный на карабин и как стендалон платформу. Все будет в архиве за исключением приклада. Приклад платный. Также в архиве не будет прицельных приспособлений, так как они еще пока что находятся в разработке. Также хотел сделать уточнение по поводу пружины для ствола. В моем случае используются две пружинки тонкие для открытия ствола с кикшелом. Можно также использовать пружину, отрезок пружины от гирбокса порядка 35 мм, но его необходимо как-то ослабить. Иначе при открывании он может выломать на стволе упоры. Учитывая простоту данного граника, подозреваю, что можно будет использовать и другие пусковые системы от других производителей. Конкретно в этом случае гранатомет изготовлен для кикшела. К сожалению, сейчас у меня в наличии только три гранаты, двухсекундники. Попробуем метнуть их, соответственно, на 25, 50 и 75 метров. Так как у нас сейчас непростое время, мне пришлось потратиться по большей части на медицину, сибзу и обувь. И на страйкбольной гранатке не хватило. Поэтому, если у кого-то есть возможность подарить гранаты серии КС для дальнейших тестов и экспериментов, я буду очень благодарен. Пора переходить к отстрелу. Кикшел КС-2.0, 25 метров. Четко. 50 метров. С некоторыми оговорками, да. 75 метров. Нет, долетело только до 50. На данный момент гранатомет пережил уже 5 выстрелов. Теперь уже можно и в общий доступ выложить. Все ссылки на архивы в описании к видео. По возможности прошу поддержать канал донатом. А на этом я прощаюсь. Надеюсь, до скорого. Будьте живы и здоровы. Удачи!